Щось захотілося поїсти. Що ж тут в холодильнику є? Не знаю, щось таке на старині, особо нічого і не хочеться. Не знаю, пепсі, яйця. Не знаю, пікнік такий. Чи намазку. Закуска з баварськими ковбасами, ні. Так, ребята, пепсі, ні. Так, а що у нас є? Опа. Може, туборг? Возьмемо це. Що у нас є? Точно. Що, пойдемо посмотрим мою обстановку, да? Вот, видим, так светится гирлянда. Что, попробуем, узнаем, насколько вкусно пиво, чи нет. Да, что-то нашел необычное в холодильнике, да? Так, что у нас, сухари есть. Блин, тут такие сухари. Такие соусы. Соус у нас. Интересный соус. Да, блин. Я, кажется, и соус открывается. И все, оказывается, тут ломать надо. Вот такой вот соус у нас. Что, попробуем туборг. Что оно собой представляет? Опачки. Что оно собой представляет, да? Туборг. Здесь сколько? 0,5 у нас получается. 0,5. Сколько оборотов? Старость не в радость, да? 4,6 оборота. 4,6. Да немного, да, вроде? Флинт у нас, сухари. Зелена цибуля зі смаком зеленої цибулі. Соус сирний всередині. Не знаю, який він сирний. Ну, соус прикольний. Не знаю, щось особо воно не виділяється, якийсь цей туборг. Середі пива. Ну, соус флінт обалденний. Неплохой, да? Попробуем. Не. Что-то оно особо не годится. Оно не годится. Антон, это пиво не годится, да? Антон, это человек, который подписчик продонатил насчет этого пива. Не рекомендую. Не знаю, мне не понравилось. Если много денег, купляйте ящик разного пива и пробуйте. Но тут опасность есть. Так и спиться можно. Не. Не годится. Не годится. Может, кому-то и нравится. Мне не понравилось.
куча всякого пива. И просто и цены ж разные. Что дорогое, что дешевое. Бывает дешевое лучше и вкуснее за дорогое. Ну, сухари вот это зачетные, ребята, зачетные, конечно. Не, короче, пойдем, наверное, шесть. Яйца пожарим, наверное. И пепси запьем. Во, пивко никакое.